Доброго времени суток всем подписчикам и зрителям моего канала. Сегодня очередная моя повязушка из недавно приобретенной пряжи. Я напоминаю, что я покупала пряжь Пехорка, фирмы Пехорка акрил 650 на 50 сочетаний, и я планировала из этой пряжи связать снуд, брала 3 моточка. Снуд вязался вот таким вот узорчиком, как-то я чего-то в нем очень путалась, ну ничего, ушло у меня на снуд ровно 2 мотка, остался один еще не связан, то у меня он сложенный. Ну, так вот, если разложить, то выглядит это вот таким вот образом. Довольно теплый, пышный получился снудик, такой мягенький. Вот, и остался у меня один моточек. Я планирую теперь, получается, нужно, наверное, будет связать из него шапочку. Ну что, в конечном итоге я вам обязательно покажу. До скорых встреч, всем пока, спасибо за внимание.